But 14 out of the 15 more Lithuanians who were prosecuted in America came back to Lithuania. And they weren't prosecuted in America for their crime. Okay, so the Lithuanian government could very easily have put them on trial, including major criminals like Aleksandras Lelekis, who's the head of the Saugumas, the Lithuanian security police during in the Vilnius district during World War II, and his deputy, Kazys Kimžauskas. So first of all, these people came back to Lithuania, and there were other people who were never brought to trial. But to be more accurate, our search was not limited to the Baltic countries. In other words, our search is all over the world. And if you read the information in this report, for example, and we have copies here if anyone doesn't have a copy, there are investigations against Nazi war criminals and collaborators going on all over the world. It's a global problem. It's not a problem that's confined to the Baltics. Владимир Строй, Национальное радио Украины. Господин В. Энгель. Вопрос. Шпигель. Я хотел бы уточнить, довольно часто упоминается заключение европейских организаций о том, что при балтийских странах, конкретно скажем, в Латвии, мало внимания уделяется разоблачению тех преступников, исследованию юридическому, которые повинны в определенных преступлениях. Можете ли вы как-то прокомментировать в этой связи ситуацию в Украине? Господин Андрей, пожалуйста, отвечайте. Я не участвую в пресс-конференции. Да, вам был главный вопрос. Я ошибся, как предусмотрено. А мне вопрос. Да. Понимаете, дело заключается в том, что тот вопрос, который вы спрашиваете, достаточно актуальный вопрос. Что касается по событиям на Украине, событиям в других странах и так далее, вся беда заключается в том, что весь расчет этих политиков, этих политических деятелей, которые же именно занимаются тем, что вы, о чем вы говорите, он рассчитан на молодежь. И вот на то поколение, которые в силу каких-либо событий, они лишены по воле различных обстоятельств твердого такого идеологического стержня. Понимаете, им дается под соусом национального героизма, дается нацистские примеры, героизируют нацистских преступников, и молодежь сама по себе, не зная и не понимая истинной исторической правды, она, собственно говоря, ей придает ту форму государства, которую на сегодняшний день хотят видеть те или иные политики. На Украине, в частности, если вы говорите, вот последнее событие, о чем упоминал сегодня господин Зуров, это присвоение Бандере звания Героя Украины, человеку, который, собственно говоря, организовывал, участвовал в уничтожении не только евреев, но и массы людей, тех же поляков, тех же украинцев и так далее, который был чисто националистическим объединением. Понимаете, это не что иное, как популизм. Понимаете, и самое страшное, когда люди и политики прежде всего, они занимаются политиканством, а не политической и исторической правдой. Понимаете, вот что происходит сегодня на Украине. Но я думаю, что сегодня мы знаем и Совет Европы уже, и нынешнее руководство на сегодняшний день обратились к правительству Украины, они рассматривают вопрос того, чтобы отменить указы прежнего своего руководства. Поэтому вся ситуация, которая происходит по данным вопросам, в частности на Украине, это не что иное, как амбиции определенных политических кругов. Понимаете, и попытаться ввести в заблуждение ту молодежь, то поколение, которое либо по каким-то причинам не участвовало в этих процессах, или не знает этих процессов, потому что оно пользуется неправильными историческими учебниками. Вот. А если вы посмотрите исторические учебники одного периода, другого периода, третьего, увидите абсолютно три разные интерпретации. Та, которая выгодна тому или иному политическому режиму. Но это самое страшное, с такими явлениями нельзя мириться. И я думаю, что молодежь, которая готова идти за теми, кто преподает им нацизм под соусом, я еще раз повторю, национального героизма,
Понимаете? Мы должны бороться прежде всего именно с этим. Потому что пики этих политиков нацелены прежде всего на молодежь. Понимаете? Мы говорим, вот я приведу вам пример, коль мы говорим уже здесь, на Украине. Понимаете? Не только кто находится здесь в Балтии, и многие говорили, и правильно господин Урбанин задавали вопрос и так далее. У нас мирная историческая конференция. Мы хотим понять историческую правду. Значит, и с теми мероприятиями, которые будут проходить завтра, допустим, здесь, мы тоже никак не ассоциируемся, потому что там несчастные люди, которые каким-то образом там хотят возложить цветы или еще что-то, они, их осталось мало, там вспомнят, как все просто и так далее, подобное. Но здесь есть один маленький вопрос. Вот один маленький вопрос. Ответьте, пожалуйста. Люди говорят, допустим, нас в свое время заставляли и заставляли, загоняли в ВАФНСС. Нас заставляли воевать. Мы этого не хотели. Но если это так, то это возможно. Но тогда зачем же вспоминать то, что было? Зачем же этим гордиться? Зачем же вести за собой молодежь и снова-таки неправильно ее ориентировать? Вот, собственно говоря, те процессы, которые происходят сегодня. Вы коснулись Украины, но я уже вам заранее говорю, не только в Украине, это и сегодня мы видим в разных странах. И что самое страшное то, что, я не побоюсь за этим сказать, что мы видим, что за этим страшным злом стоят организованные силы, значит, большие финансы. И на сегодняшний день есть огромное количество людей, которые сегодня хотят повторить то, что было, начать повторение того, что было в 1933 году в Германии прежде всего, и значит, сформировать именно нацистские идеи у того поколения, которое идет следом, как мы его называем, вторым, третьим поколением и так далее. Вот это очень страшно. И поэтому я хочу вам сегодня сказать, пользуясь тем, что мы с вами говорим, о том, что завтра уже вне рамок конференции мы проведем заседание новой всемирной организации, которую мы будем создавать. Это будет Всемирный антифашистский фронт, куда войдут антифашистские организации разных стран мира. Значит, мы определим цели его и задачи. Они сегодня уже определены. Я сегодня хотел бы о них говорить, завтра мы их обсудим. И вы знаете, что объявили на завтра дополнительную пресс-конференцию. Это будет такая, как бы, абсолютно новая информация по тем мероприятиям, которые мы будем делать во всемирном масштабе вместе с Советом Европы под его эгидой. Значит, по организации и организации системы борьбы. И вот мы с господином Зуровым вчера говорили об этом, что нужно создать эту систему борьбы. Не просто говорить, конференция, еще одна и так далее. А создать именно систему борьбы с четкими ясными задачами, четкими, значит, планами по, значит, борьбе с героизацией нацизма и пересмотру итогов, значит, Второй мировой войны. Спасибо. Спасибо вам. Ну, пожалуйста, какие еще вопросы? Вопрос, господин Шпигель, я из Латвии, сами из Латвии, меня зовут. Скажите, этот фронт, который вы будете образовывать, он будет бороться и также с выявлением нацизма и ксенофобии в России, и не только за рубежом? Хороший вопрос. Вы знаете, я вчера отвечал на подобный вопрос корреспонденту израильской газеты. Вы знаете, я сказал, что я этим вопросом собираюсь посвятить весь остаток своей жизни, потому что я хочу, чтобы мои внуки и дети достаточно хорошо жили, и у них не было различных нежданчиков, которые были для евреев в 1933 году, когда все верили в то, что этого ничего не произойдет, это произошло, и мы имеем исторический прецедент. Поэтому для меня нет территории для борьбы с этими явлениями. Если это будет в России, значит, я буду бороться с этим в России. Если это будет на Украине, я буду бороться с этим в Украине. Если это будет в любой точке мира, значит, я буду с этим бороться. Я буду бороться не на территории, а со злом. Понимаете, что делать? Мне абсолютно все равно. И это будет не российская организация. Я думаю, что это будет все. Мы договорились об этом еще на Берлинской конференции, но сегодня мы, завтра мы будем продолжать эту работу. И если вы придете, мы объявили завтра пресс-конференцию, наши коллеги нам скажут, как во сколько там будет? 12:30. В 12:30 мы проведем пресс-конференцию, на которой мы расскажем о целях и задачах этого антифашистского фронта. Поверьте мне, это будет очень серьезная всемирная организация. Туда готовы войти уже, значит, практически антифашистские организации из 18 стран. Уже есть заявки. Завтра, я думаю, будет гораздо больше. Это будет всемирная организация со своими правами, со своими представителями Совета Европы.